В последнее время в Мариуполе все активнее и активнее восстанавливается мирная жизнь. Сейчас мы находимся на пересечении проспекта Металлистов с проспектом Мира. Совсем недавно здесь все было в строительном мусоре, висели провода, были повалены фонарные столбы. Однако, как вы видите сейчас, здесь полный порядок. В городе очень активно работают МЧС России и МЧС ДНР. Они расчищают улицы, расчищают завалы. И более того, в город уже вошли российские подрядчики, которые на месте расчищенных завалов будут возводить новые административные и жилые здания. Наверное, одним из самых ярких примеров возвращения мирной жизни в город является городской зоопарк. Совсем недавно рядом с ним еще шли бои, а уже сегодня там спокойно прогуливаются дети. Ну, сейчас в основном только материалы у нас. Материалы держат. Нет ничего, в городе еще. Корма для животных тоже не сильно хорошо, просто проблема то, что их нету нигде здесь. Вот если там берем Диановская птицефабрика, вот она давала в неделю нам тонну, а сейчас вообще мало. Они вот тот забой, который был, забили, а сейчас новый, пока он придет. Нет, производства еще нет никакого нигде, поэтому сложности. Ну, вообще улучшается. То, что пешие раньше ходили, там давали только одни пайки на метро, и ходили все пешие, это ну, с одного края города в другой. Кто-то вообще не получал, ну, не все же могли ходить. Сегодня уже в районах везде эти дают пайки. Ну, хотя это тоже уже ненадолго, уже, по-моему, с 1 июля уже пайки все отменяются. Все, кто может работать, будет работать, будет минималку платить, а те не это. Ну, те, которые инвалиды и все остальные, им будут давать. А так, чтобы, ну, должны работать все. Ну, тунеядство тоже, оно для хорошего. Сейчас какие-то рабочие места организуются в городе? Организовываются, да, организовываются. В основном уборка мусоров. Вот все, которые технику, еще человек должен быть. Вот, и занимаются. И занимаются очень сильно хорошо. Это не то, что так, оно видно все. Вот утром проедешь, вечером проедешь, видно все, что конкретно занимаются люди. Поэтому, ну, темпы нормальные. По строительству еще, конечно, еще идет, комиссии работают, где какие дома полностью идут под снос, некоторые это, ну, пока еще занимаются. Ну, уже поезжали бригады, московские бригады, уже начинают, где-то фундамент начинают, где-то разбирают. Техники, по-моему, очень много, столько техники, вся техника такая, вся новая. Я думаю, если есть желание, а желание есть у всех, и настроение после войны, как было, за такой короткий период времени, и страна вышла в передовые страны, не то, что восстановили. Так что главное желание у всех работать. И знаю, что людей в зоопарке не будет. И не будет не только этот вот, и следующий вот не будет. Но его надо каждый день содержать. Тоже каждый раз спросите, чтобы кто-то тебя когда-то сопровождал. Ну, как-то тоже, ну, во-первых, я так не привык никогда жить. А совместное партнерство, пожалуйста, республика большая наша. Пусть проводят детей все-таки. Позитив тот, который они увидят в зоопарке, больше его нигде не увидят. Пусть проводят, а мне, чтобы хотя бы платить все вот эти расходы на содержание зоопарка. Пока все не возобновится, как говорится, движение. В стране люди не начнут немножко получать деньги и как-то становиться на ноги, а потом это уже можно работать самостоятельно. Ну, хотя бы просто, чтобы не погубить. Войну выжили, а теперь, если погубить, это куда это?